Всем привет, мы продолжаем играть в Fallout Shelter. Сейчас будем организовывать ночную вылазку в пустошь. Вначале примем наших бойцов, которые бродят по пустоши. Снарядим их и отправим заново на всю ночь. Так, тут у нас лемур тужур. Так, это у нас ребята были, если я не ошибаюсь, из отдела гастрономии. А вот этих двоих мы сейчас быстренько примем и обслужим. Пока они там добираются, мы доделаем дела с остальными деятелями. Так, что здесь у нас? О мой гад! Это кто такие? Так.
Да. Вот это ночная, блин, вылазка. Вообще слов нет. Одни эмоции. Давай-ка ты, друг, иди. Пустошь. Это нам показали для того, чтобы мы не расслаблялись. В любой момент может быть все, что угодно. И рейдер — это не самое страшное, что есть на пустоши.
Ну что, друг, иди тогда в пустошь. Да, печаль, беда, перебили всех наших. Больше того, сейчас вот эта дама умрет. Я, честно говоря, не знаю, как с когтями бороться. Мы их, мне кажется, еле-еле победили. Случайно.
Только если у всех будет оружие, оружие будет мощным. В таком случае, возможно, что-то удастся сделать. Но я плохо представляю себе все это. Ну что ж, я думаю, что, наверное, сегодня уже надо заканчивать. В общем-то, ту задачу, которую мы хотели себе поставить, мы выполнили. Конечно, хотелось бы новых зданий построить, но сейчас с теми деньгами, которые у нас остались после налета этих когтей, у нас, к сожалению, ничего не осталось. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. До следующих встреч.